Подожди, пожалуйста, 30 секунд, отойду на кухню быстро. Что там на кухне хочешь делать? Да надо снять, там жарится. Слушай, Димон, что тебе дали за то, чтобы повезти вагону, блядь? Чё? Райда, просто нету людей. Не было людей, я им сам написал в тайм, они не прессовали, их просто взял и все. Что не случилось-то? Да потому что у больших вагонов... Блять, мы сожрали нахуй. Персы есть. Сука, идут вагонами, даже камни не поставляют. Шмотки 25 герт и 10 второго. Они даже, ну, не чарят, не ставят камни, блять, потому что им впадло тратить камни, блять. Они сразу в третий вставят, походят по вагонице, нахуй. Ну, кого не напоминает? Магию вы здесь? Да. Ну, я хуй знает, у меня во всех шмотках стоят камни всегда. Ну, смотри, типа, камни они не ставят. Никого тебе это не напоминает? Я хуй знает, у меня такого нет. Я по сердцу. Войда напоминает. Ну, да. Маги, поставьте, пожалуйста, кулаки. Раздайте, пожалуйста. Где кулаки? Лена, кулаки раздай, пожалуйста. Кулик, что? Нормально, нет. Катертью дорожка. Где монорек на этом, на ДК? Вой, где? На ДК? Да. Монорек? Как на ДК, я хочу видеть этот баф на ДК. Хорош! 3 чек. Таня, что не хватает? Каски нету. Я тебе монорек дал, нормально? Если ну как, баб не каску по роге. Фростторм, пох, мне сказали, что ты тактик не знаешь, может ты что-то скажешь мне в РК. Скажи, я не знаю и все, признайся. Да, скажи, да, это Зелон, слышишь? А Зелон? Да, это его, блядь. Да, еще раз, чувак только зашел. Так ты что, ну камни так-то Зелон мог бы поставить, блядь, у тебя нормальные шмотки, уже пол шмота и ни одного камня, блядь. Я говорю про поха, пох, ты тут? Каном, забили просто ауру, там баф, как эрдрушный будет. Ну ты тактики знаешь, пох? Да? Сейчас проверим, как ты знаешь, ну вроде все готовы, все, давайте, погнали, Геру с пула. Жали станки. Эти милики просто не бейте. Немножко по чуть-чуть ковыряйте. Добивайте. ХП, давай, Филипец, выйди, служи, идем на ХП. Да, цикл. Пока не надо. Там фул рейд. Я заберу на себя ДК, беги ко мне сразу. Ну давайте во фрейм ставь. Сбейте во фрейм, речь кливом, чем хотите. ДК. Сука, я дыни намазал. По фрейм. Ну где желтый урон, блять?
озарение Марату залейте. Все. Идем дальше. Кто тут? 30 секунд релогнуть. Наручу, надо кому-то. Попал, штаны. Брин. Дальше. Пульте, пожалуйста, трэш. Не врывайте сразу. Лена, у тебя есть 80 штруделей? Это заклинание еще. У меня есть 78. Можешь дать там 2 стака? А то я забыл взять. Да. Сейчас прибегу. Не хватит 2 стака. Да хватит. Да нет, надо 80. Филипп, спекнись, тут хила, тут нужен ДЦ. Второй БДК. Второй БДК. А у БДК есть кого-то спек? У меня нет. Например. Есть спек БДК? Хотя бы шмот хоть какой. Значит, что будет проще, будет танчить в мишке небесный, а на него будете первый напул отдавать и все. Слышу мишку небесный, окей? Еще раз, не слышал ничего. Ты танчишь мишку, на тебя напулят, потом с тебя заберут. Хорошо. У него что, там кошмар есть? Не, его это... не убьет, мишку не убьет там. Это проверено, я котом танчил миллион раз уже. Да? Он типа не убьет, если косты сбивать эти, как это называется, точечная стрела. Там если сбивать все косты, то не убьет. Да есть куча незачарованных ПК, пускай сбивают косты, блядь. От них и так толку нет. А чё там каст? 40 тысяч или чё, или полтинник? Нет, там по мишке, ну, прилетает где-то 45-50, где-то так прилетит. И если она вдарит в этот момент, то это ваншот. Чек на баф и готовность. Хочется говорить, что не хватает филипец, курсач. Филипец. Короче, пофиг на этого филипца, все, погнали. Мишка и ДК слева, протопол справа. Я скажу, когда бить трэш, бейте по колени. Бейте. Вышел трэш, погнали. Трэш не бьет вас справа, трэш, добейте трэш справа, контроллер сдайте, по поху, баба бык, просто ну, по 3 ДК, вы слили ДК, антимагические панцирь, всю эту хрень. Бейте леди, уже выйдите. Смотрим трэш, погнали в трэш. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах противиться моей воле. Небесный, подымай фьор. Жан, сюда дайте контроль, брутелла, мошеки.
Бейте, леди. Англиф, блять, ты б трэш бил, а не у леди стоял, долбил. Смотрим трэш. Давайте, это последний трэш, для тебя мы не трэш. Мы со своей стороны, я добивал, стоял. В диспете. Что попал в контроле? Смотри, в диспете рейд. Тише, мамик, диспайлер, что вы делаете? У вас же тролль. Да я один диспайлер. Я сейчас себя диспайлер, а мне КД. Почему твой маг не диспайлит? Он чё? А что такое диспайл? Снятие проклятий? Она будет диспайлить. Там, я думаю, там, наверное, еще фреймы не выставлены, да? Давайте. Бля, куча трэша вышла. Бейте все трэш, все бейте трэш, все в трэш играем. Бабык, давай гимн на ХП. Гимн на ХП, речи. Ты не в сил противиться моей воле. Вы осознали бессмысленность своих действий? Падайте, падайте, падайте. Мара, треснешь. Фокус. Сейчас, подожди, Дим, я объясню, сейчас секунду. Ты можешь объяснить своему человеку или там другу, не знаю, что есть такое понятие, как right frame? Сейчас, секунду, Дим, я это объясняю. Одну секунду, подожди. А маг там один, два мага здесь повели. Кстати, они диспелю, да, я ж паладин. Нет. Ну, да, вот надо смотреть друидов, магов и этих аршамов. Ну, если проклятие не диспелить, конечно, можно разойтись с ними, да? Там просто один раз кинулось на пятерых сразу. И на мне тоже было. Я себя диспелил, а остальных я не могу, потому что когда... А духов хлопают, по-моему, это как будто так и надо, да? Что? Такое желание вот Варенька постоянно с этим аддоном, говорит, сейчас, говорит, я аддон скачаю. Прям это самое. За хлопки надо начинать что-то кидать. Потому что люди забили все это уже давно. Были рейды, когда вообще ни одного духа не хлопали. Расслабились. Еще у нас какой-то рейд карточный. Давайте фулбаф уже все тут. Это твой друг твой в РК вообще? Он меня слышит? Да, да, с нами в РК, на РК. Угу. Начинайте. Кидай, ты похавал, Дима. Нет, Рога, сиди просто на босса. Не бей трэш. Все, давайте в трэш. Лобы превращаются уже. Справа бейте трэш.
Франции контроль, ежик, снегу и брутала, дайте контроль. И справа трэш убейте. Покаяние, диспальте сейчас джанса, минуту стоять, диспа. Все, бейте, босс. Трэш не бьет. Смотрим трэш, бейте трэш. Справа трэш вещи. Блык веселочка и фростома за контроль. Надо будет стопать, Дима. Я знаю. Бейте пока леди. Бейте, бейте, все нормально. ХП сносится медленно очень. Пока бейте, леди. Давайте по трэш. Это пол контроля. Фиксируй мифрайм, законтрольте и убейте там трэш, чтобы он... Бейте, леди, бейте, леди. Первый на пул дадите на этого. На небесного. Пулы на небесного давайте и сразу трэш слева бейте. Смотрим по хлопки. И небесного речь. Контроль. Джанси контроль. Сансильо филипец. Когда же сопанцирь в контроль. Идите к трэшу этого. Леди ближе к правому краю сейчас. К тому клевому, точнее. Смотрим духи. Там трэш, все бьем трэш. Духи смотрим. И в медведя играй сейчас огромный пирог. Незнание же к стену гус, сенсила, дайте контроль. Где босс? Палка не убейте. Сейчас прожми эту хрень свою. Да я уже прожимал. Скол, да скол, прыгай в мишку, прыгай, прыгай в мишку. Вечную тьму. Лево захиливайте. Ты трэш пока. Ты не в сил противиться. Кота контроль. Брутелло в контроле, дотанчивает, походу будет ангел. Щит надел. Рефлекты прожимаю. Зачем этот был хлопок сейчас в мили-зоне? Леди, не бейте больше трэш. Мили-зона, дух. Куда ты долбишь, блядь, трэш, нахуй, ты что, дурак? И контроль, блядь, профростмону курсачу. Бейте, блядь, добивайте. Иди спать теперь. Поднимите экипаж. Кольцо. Ты убил свой танк? Да.
А, вижу. Наруч. Пойдем наверх. Есть у кого его в рейде? Да, у меня есть. Да, сделаешь мне два желтых камня. Рег есть? У меня нет, типа. А, ну тут рега нет. Делаем. Я у вас куплю их. Но если в рейде у кого-то есть реги, дайте, пожалуйста, два желтых камня. Дайте, сделаю. Пожалуйста. На ДК нету кулака. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите. Так на Валитре я буду спекаться в хила, нет? Что там у нас не так много? Там веселочку можно будет спекнуть, протопала меня в хила. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саухан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. И хуйня, по местам. Пушки кто хочет, кроме танков и хилов. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оргром, взлетаем! Да, на сурке фласки не можно, а нужно пить так-то, блять. Лол, блять. Что это там вдалеке? Просто, блять, лучший вопрос, блять. Нет, вопрос к тому, что типа сейчас запрещены истерии Триксижа для Олимпиады. То, что ты юзаешь за свой класс, это не запрещено, типа. Свиток Войда. То есть, как бы, фласку может выпить каждая, а истерия одному только кидается, поэтому она как бы отсекает. Там ты уже хочешь пей, хочешь не пей. Страшно, в нашу. Прилетай. Я пока не могу прочитать. Оружейники, огонь! Мы еще не готовы. Прилетай, ты назад. Войд хили, танки молятся, блядь. Молятся Войду, блядь, чтобы дух хилил. Кого я в РС захиливал? 2,5 часа вайпа. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Летает.
Попробуем Моровинда похилить. Так я его хилил. Не-не, он Бэтмен всегда. Он еще свет не танчит. То ли Холи Престом, то ли Эрдру хилил кем-то. Бля, вот и Холи Прис — это вообще отдельный анекдот, блядь. А че, я охуенный Холи Прис. Ну ладно, я промолчу, Славик. Славик, да? Просто. Ты за Холи пристанешь, шаришь. По-любому, блядь. Я там давал это. Крылья, короче. Паладин или варк какой-то бежит в лезвие такой. Ему крылья дал, крылья прокнули, блядь. Спас пацана просто. Разрядите, разрядите. Отлично. Какое-то две фасочки на хосту. Да, отмен дальше. Там, блядь, кто-то инжу себе вкачивает, блядь, на персов, блядь, еще что-то, чтобы дамажить. А кто-то, блядь, ходит голыми персонажами в рейд. Даже камни поставлять не могут. Вольте амулет. Да, я не знаю, амулет, монета на удачу. Войду отдай. Эфа. Угу. Будет 65 хули паунда. Каноп, что надо дать? Там не синтенер. Кончено. Понял. Ему хули пал в бите 64. У меня что-то сейчас 683. Какие этот каноп камни? Интеллект. Мы назвали его Дранош. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не кидай трейд. Чернокнижникам забрать его. Дайте хантуфу баф, пожалуйста. Он Дим. Ну да, еще раз. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил. Тест дает войт. Он не дает баф никогда. 28 СПД на перчатке чернит. Наложение чар, блядь. Значит, первый воск это шпох, потом фрост рорм на второй трэш и брутелла на третий трэш. Дадите войско, я скажу, чё как дать. Геру. Ну, он спулится и через 3 секунды где-то. В натуре я только что. Ну, давай эту, давай, давай пох этот войск. Не трися, если всех обоссыт просто. Да не, уроги бурс дальше, все пиздец. Не бей трэш на. Сейчас дашь 20к. Пока не долбил, поэтому когда забираю босса с тебя. Мы по трэшу лучше играли.
Тела, давай войск. Трэш. Сейчас войскимся там 5 метров. Так, ему последний трэш. Не, нифига, я сейчас дам войск. Все, есть войск. Бьем. Айдера прохильте, алло. Что хилы вашу мать? Долго без хила стоял. Да все, ты давай. Падайте, вы чё творите? Хилы, Вайт, ты чё не хилишь? Хилю, ты смотри сколько меток там. Ты Артвайдера не можешь прохилить, почему ты его не можешь прохилить за холипало? Тебе падла кинуть ему чё? Ты, сколько меток и сколько хпс? Да потому может что быть, они... Может быть плохо метки, это трэш вы бьете долго, и поэтому босс быстро копит энергию. И соковой аддон, чтоб показал, как там трэш бьют люди вообще, и бьют ли его вообще. Да, бейте лучше трэш нормально, чтоб таких проблем не было. Там пизда хилили по 9к хпс, блядь. Даксон умер, и ну его надо было резать. Потому что он бил трэш. Он умер без метки. Все, в трэш никто не играет, и все, мы вайпаемся. Ну, так всегда. Ну, блядь, ну я не могу, ну, удержать там 10 мобов сразу. Я забираю, на мне висит 4-5 мобов, там один убегает, блядь. Это вообще не косяк. Вы, если хотите в 3 хила бить, то тогда вставайте на рейнже, потому что он быстро купит энергию. Еще плюс там два человека сдохло от трэша, потом еще там одна метка сдохла. Трэш должен убиваться за сколько там, за 5 секунд до того, как он вырастет. Он через 5 секунд вырастает. Он еще типа дольше живет, он когда удар наносит, у босса энергия резается. Сотку копит, кидает сразу метку. Он дохуя меток накидал. Мы обычно убиваем там 3-4 метки. А сейчас сколько тут было? 6-7? В 2 раза больше. Ну, понятно, что могу... 6-7 меток на 3 хила, это как бы не очень много. Я не знаю, ну... Я как бы кастовал, то проседал там пару раз, люди могли сдохнуть. Ну, вот сдох хан. Ты чё, немного, 7 меток на 3 хила? Ну, по 2 метки на хила, ну и чё? Дофига? Ну, как бы стоишь, просто волну спамишь в одного, второго, их знаешь, как прошибает. Ты видел, как Каноба прошибала? А по меткам проходит в зависимости от того, сколько танка. Артвайдер, например, не сильно прошибала, он типа стоял без хила 8 секунд, ну там нет. Как-то не сильно. Когда у меня маны не было, я сказал, у меня мана кончилась, я вот это сказал. Я отдал сакру, кстати, в конце вот это, когда хан упал, я отдавал сакру. Я, бля, вообще не понимаю одной хуйни, блядь. У нас 3 шп приста, блядь, 4. Сука, у вас ДПС должен быть, блядь, по за 20к, что так долго трэш сливает. Вы РДДшки встаньте по внешнему радиусу. Держите рейндж там метров 10, я не знаю, сколько там надо точно. Хилы по внутреннему нормально будет. Не будет так быстро копиться энергия и метки. Слышь, как он говорит, Каноп, присоединись ко мне, отец. Прикинь, если бы он говорил, присоединись ко мне, войдец. Такой пришел, присоединился к сурку и встал против рейда биться.
захиливается рука. Дал пизды им нахуй всем, блядь. Вещей пополучал ото всех, нахуй. Я не помню, что это было, блядь. Меня не взяли, короче, в рез какой-то 25 гера, я был с ними в РК, они там падали, я зашел своим, ПВП-палом с Альянса, блядь. Они резаются там еще, босс не добит, они резаются там, блядь. Не могут резнуться, на пол хп я палом стан крылья, давай им, сука, плещей отвешивать, блядь. Ну, потом они вышли и всем рейдам дали мне пизды. Я все равно ебашил их как настоящий этот самурай. Сегодня я исполнил... джедай просто ебашил. Файдер, стань ближе.